Всем-всем-всем привет! Сашенька, привет! Кого-то раздражает, когда я говорю всем-всем-всем привет. Еще. Сейчас мы едем в Баухаус. Саша уже пришел с работы. Едем по навигатору. До этого ездили мы в магазин АТУ, называется. Для машин. Саша покупал масло. Куда ты масло покупал? Гидроусилитель доливал. А вот, потом покажу, что за масло. Стоило оно 12 евро. Сейчас едем в Баухаус, хотим посмотреть столешню, раковину. Так, хочу вам показать, приехали мы с Баухауса, купили мы плату, она 2 метра 60 сантиметров, вот, стоила она, по-моему, или 26 евро, или 29 евро, вот точно я вот не помню, чеки в кошельке, ну, до 30 евро. Я Саше говорю, ты представляешь, Саша, мы покупали кухню за 1500. А платы такие дешевые. Можно было, в принципе, самим смастерить, да, кухню сделать. Вам еще показать. Это мы купили раковину. Не знаю, видно, не видно. Вот такая вот круглая. Я сначала хотела каменную раковину, но каменной раковины не было в Баухаусе. И каменные раковины, я так думаю, что они евро 300, да, может, дороже еще стоят. Потому что за 150, за 250 я только увидела только пластиковые, да. И мы что-то так решили. Лучше тогда никелированную купить, нежели пластиковую. Вот такая вот кругленькая, там вот идет сеточка, досточка и еще вот это вот. Я так думаю, что это по ходу дела типа как слив, да. Но мы не будем его делать. Может, я ошибаюсь, напишите мне. А стоила эта раковина... То ли 59 евро, то ли 68 евро. Потом купили 12,99. Это вот подсоединять, да. Здесь тоже оно внутри есть, но оно нам не подходит, так как нам надо подсоединять шпильку, подсоединять стиралку. И вот Саша купил такую. Также мы купили вот такой вот кран. Кран стоил 59 евро. Или 58. Вот такой вот мы выбрали. Еще Саша тут купил всякие приспособления, да. Евро 5 каждая стоит. Это подсоединять. 6 евро, да. Потом вот такую вот ленточку. Что они тут взяли? Смотри. И вот такие вот барашки. А ты внутренний взял? Покажи. Да? Нужен широкий наружный. Вот, ну и вот эти каждая по 7-8 евро, да. Менять поедем. Угу. Вот, так что поедем еще менять.
Так что я там приглядела пылесос. Думаю, что поедем менять и как раз возьмем пылесос.